Всем привет, это игра Mortal Kombat 1. Продолжаю проходить 8 сезон вторжения Темный Дракон. И я, получается, в прошлом видео допрошел локацию деревни Фэнзянь. И, наверное, сейчас пойду делать стадо Хавику, потому что у нее оно распределено автоматически. Четыре тысячи стоит. Готово. Будем качать атаку и спецприем. Так, сколько это получается? 34. Все, готово. Теперь Хавик будет мощнее. Ну и можно возвращаться в деревню Фэнзянь. И сейчас будем отправляться на следующую локацию. Играю я уже за персонажа Хавика, потому что ну, Псайва-то я полностью прокачал. О, яма плоти. Хавик я там смотрел в предыдущем видео, я уже рассказывал. Типа хаос на него подействовал так, что он, получается, при нанесении себе урона, он почему-то увечий себе не наносит. И он наносит урон, получается, противнику, но не совсем я вот эту фишку понял. Вроде бы как он может сломать себе позвоночник, руки, ноги, но голову отрывать и потом ставить ее на место. Короче, такой вот странный, забавный персонаж. Что это? Блин, уже почти всю снес. Давайте. В прошлом видео дали вроде вот эту бруталку, да? Бабах. Назад вперед К и удерживать вперед. Угу. Бабах. Так, что тут? Направо сундук вроде, да? Не только сундук, еще. Test your might. Test your might. Забавно. Мне башку бьет. Excellent. О, а тут уже сразу подсказка. Получается, подсказка знает кунг-фу. Не, ну так в целом тут, по идее, кунг-фу многие знают. Логичнее всего бы эту подсказку применить к Лю Кангу, но на самом деле это не Лю Канг, а это Ли Мэй. Сейчас возьмем Ли Мэй и сделаем за нее анималити. Я вот честно не помню. Точнее, я вроде бы как не смотрел, какая у нее там. Кого она превращается?
Так. Добивание. Медвежья услуга. В медведе, что ли? Вниз, назад, вниз, Джей. Вниз, назад, вниз, Джей. Средняя. Ого, что он какой-то прям жесткий. О, готово. А, она в панду превращается. Ну да, как бы это логично. Ням-ням-ням. Вкусно. Хотя панды, они едят это растение. Мясо панды не едят. Excellent. Так, и что тут дадут? Что-то прям интересное. На Люканг. Ну ладно, пойдет. Талисман, я тебя вижу. Интересно, что он делает. Сейчас я верну Хавика. Хавик. Ку-ку. Что он делает, непонятно. Давайте посмотрим. Это странное описание еще. Сейчас прям сразу заюзаю этот талисман. Что он делает? А? Что там с бурталками? Вот это вот я не делал. Или делал? Уже не помню. Не, вроде делал, да, делал. Когда он отрывает руку и себе на место ставит. Так, сейчас буду против этого. Против гибрида. Так что тут никто. Fight.
Так, ну, наверное, надо это... брать этот дурацкий талисман. Не знаю, вернуть эти, что ли, пилы. Какие-то в основном талисманы на броню. Так, я вроде бы не показывал самого первого фаталити. Если сейчас бруталка не получится, то... так, классику делаю. Эту делаю, это делаю. А, вот это вот. Вниз-назад J я не делал. Назад еще вверх. Блин, тут же. Так. Что-то бруталка не получилась сейчас. Фаталка. Вниз, вперед, вниз, эль. Странно. Не знаю, не получилось. Тут магазин. Куплю сейчас один ключ. На счет три выполните показанную на экране атаку, чтобы победить противника. Блин, аж сразу две штуки вот таких дали. Неисправный бот. Ага. Значит... нужно какое-то другое комбо. Подлиннее. Блин, не получилось. Не получилось подпрыгнуть. А, ну вот, все. Тут что? А, я отсюда пришел.
Сундук закрытый. Реликвия. Прислуга шкалы. Давайте посмотрим. Вы тратите здоровье вместо шкалы, когда ваша шкала пуста. Типа такое у меня уже есть. Вот, блин. Опять надо анималити. Интересно, скорпион в кого превращается? Неужели в скорпиона? Вперед, вниз, вниз, эль. Ну? Получается почти за каждый бой падают вот эти вот усиления. Так, ну локация вроде такая не маленькая, сколько он тут много всяких разветвлений. Неужели я уже все бортовки показал? Так, это было. А, ну это тоже было. Или не было? Не, не было. Так, тут что у нас, сундук получается? Модификаторы кристалла души. Так, что еще попробуем? Фаталку эту. Где он там меняется сердцами? Так, вниз. Вперед, вниз, Эль. Да что ты будешь делать? Никак не выходит.
Так, и вот сундучок. Реликвию какую-то дали. Что она, интересно, делает? Не очень интересно. Там, короче, с вероятностью выходите от бросков и комбо там чуть не прерываете. Прерывать. Странно. Эта комбо у меня легко получалась сейчас. Ой, блин, фаталка. Сейчас почему-то не получается. Вам нужно использовать... А, это закрытая область, понятно. Ну-ка, сейчас я гляну. А, вот сюда нельзя зайти, да? Испытание Саб-Зиро. Уничтожьте цели согласно порядковым номерам. Так, хоп, 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 хоп. Не успел, но тут легко, наверное. Еще одно легкое испытание завершено. Соедините временную линию. А, соедините вечную силу Титана с самой темной магией преисподней, и вы получите создание, обладающее дьявольской мощью. Пока этот Куан Чи жив, нашей временной линии угрожает большая опасность. Защитят вас старшие боги. Куан Чи, да? Какая там? Раз свет какая-то золотисто-красная. Теперь, когда я тебе нужен, я буду ставить условия. Не испытывай судьбу, Хавик. Вот гад, а?
О, наконец-то. Фаталка сработала. Просто нужно было сжать кнопочку удара ногой, не сразу. Дальний наклон щи. О, ключ для босса. Так, а тут что у нас? Пять. Как в вестернах, на счет три. Так. Китана wins. Да, прикол, что они сделали. Каждый раз, когда ты заходишь, пробуешь по новой, то тут появляется новое испытание. Например, если какое-то одно не получится, то другое по-любому должно. О, Джонни Кейдж. Неплохой такой. Талисман на резкий апперкот. Ну тут сразу понятно, что... Заюзав его ты... О, портальчик. Заюзав талисман, ты будешь делать апперкот. Фиолетовый. И последний рыжий сейчас будет сундук. На Герас. Вам нужно использовать корону. А, еще вторая. Вторая закрытая зона. Надо не забыть, что их тут две. Так, там впереди вроде родовес, но у него нету. Ключей. Thank you.
Странно. Дали расцветку на Хавика. Выживание, чуть даже не знаю. Блокбастер. Уничтожать кирпичи с помощью бомбы. Блин. Возможно, не получится с первого раза. Так, ладно. Наверное, я это оставлю. По-быстрому уже не получится тут пройти. Оставлю это уже на следующую серию. Пока что буду видео завершать. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока и продолжение следует.